Доброй ночи, с вами YouTube Мастер, и сегодня мы попробуем пройти уровень с боссом, именно Безумие 2, так же, как вы понимаете, с персонажем Эдвард. Как вы думали и не понимали, думали, что персонаж Эдвард самый хиленький, но это не так, как вы думали. Для того, чтобы ним постоянно, ну, наносить урон и не умирать, да, как вы думали, надо продолжать давать дамаг в ближнем уроне и стараться особо не отходить, потому как мы отойдем сильно далеко от робота, есть шанс, что он нас просто попросту убьет. А в данный момент, как вы видите, я меньше минуты убил робота и выбил с него 5 энергетических ящиков, ребят. Просто мы вокруг него мансуем и наносим урон. Вот в таком случае, как у нас сейчас мало хп, нужно просто отойти на какое-то время отхилиться. А, так что вам хотел сказать еще про гаджеты, ребят. Самые лучшие гаджеты для Эдварда — это щит. Чтобы вы понимали, 2000 хп, он выручает самые подходящие как раз для этого момента. Вот, а не прыжок такой. Далее прокачал на отхилку, короче, плюс 25%, это на 9 уровне звездной силы. На 10 взял тоже это же самое, плюс 25% от хила больше. Это когда здоровье падает, 50% и меньше. От хила идет персонажа быстрее. Так, ребят, как видите, спустя 2 минуты боя у босса осталось меньше 20% жизненных показателей. Я уже с него выбил 10 энергоящиков, ребят. Вот так вот. А мне брат говорил, что не бери Эдварда, сегодня проходили уровень с боссом. 5 раз прошли на Безумие, вот решил Безумие 2 начать. Думал, что не получится, но, как видите, ребят, 5% у босса осталось. Я последние дамаги ему выдаю и добил. Вот так вот. Ребят, как вы думаете, Эдвард самый лучший персонаж в Brawl Stars или нет? Если да, ставьте плюсик, если нет, минус. А также подписываемся на мой канал, ставим лайки. Буду стараться для вас записывать побольше роликов на тему Brawl Stars. Если этот ролик наберет хотя бы 100 лайков, буду рад. Начну снимать для вас новые ролики. Все, пока, до встречи.